друзья, всем привет, это Александр, мы в Паланге, идем на автостанцию для того, чтобы отправиться в Клайпеду, такой город, километров, наверное, может 15-20 от нас. Хотим сходить там в Клайпедский парк, скульптур, также можем в Клайпедский замок посетить, увидеть там порт. Сейчас дойдем до станции, сядем на автобус и доедем до города Клайпеды. Настроение отличное, у нас почти уже 10-15, погода хорошая, сентябрьская, свежесть, летнее еще, солнышко светит на нас, и мы пойдем дальше уже. Всем увидимся дальше. И поедем до Клайпеды. Вот мы и вышли из маршрутки. Сейчас будем строить маршрут, куда пойдем, да? В общем, мы выходим к парку. А вот. Вот он, наверное, парк сам по себе. Сейчас увидите. Это какой-то парк скульптур. Сейчас будем смотреть, что тут есть. Ну, такой воздух свежий. Хороший, да? Тепленький, холодненький, средненький воздух. Смотрю, что тут есть. Короче, побыли мы в этом парке скульптур. Я бы сказал, парк необычных скульптур, которые совмещены с каким-то, не знаю, каким-то новым искусством, новым стилем каким-то непонятным, который нам, к сожалению, не понять. Этот парк у нас был по дороге, поэтому мы в него все-таки заглянули, посмотрели. Продолжаем идти. Идем по какой-то улице в сторону моря и замка Клайпедского. Вот, увидимся дальше. Мы дошли до этого Клайпедского замка. Оказывается, он еще даже не построен. Вот он так должен выглядеть. Типа вон там вон картиночка. И вот так он выглядит сейчас, в 23-м году. Металлоконструкции, современный кирпич. А так он
типа будет выглядеть. Но сейчас мы поднимемся наверх, посмотрим, что там есть еще. Вот, музей закрыт понедельник и воскресенье. Имейте в виду, в музей мы не попали. Но мы уже сюда, наверное, вряд ли и второй раз вернемся, чтобы его посетить. Но мы сейчас поднимемся наверх, вот по такой импровизированной дорожке. Вот, так что имейте в виду, замка тут пока нету. Вот он, какой сейчас. Вот мы и посетили прекрасную достопримечательность. Аня, повторяй. Нет? Нет. Вот мы и посетили замок Клайпецкий, недостроенный. Сейчас мы уже пойдем дальше, посмотрим, что тут еще есть. Так что увидимся дальше. Короче, мы идем в Акрополис. Вон он, вывеска такая огромная. Сейчас зайдем по магазинам, походим. Короче, мы еще решили пройтись тут по центру Клайпеды, вот, да, и прогуляться тут немного, и потом назад вернемся к автостанции уже. Еще посмотреть, тут красивый такой корабль, и памятники такие разные. Вот. Сейчас будем посмотрим, покажу вам что-нибудь. Такой вот памятник тут какой-то непонятный. Там корабль красивый. Сейчас давай подойдем к нему. А? Ну да, к набережной давай подойдем. Сейчас подойдем к набережной, покажу вам красивенный корабль. Какой красивый, да?